Нет.
уважаемые гости! Здравствуйте! Я Ося Золотая. На праздник вам пришла. Осенние сюрпризы для вас я принесла. Ребята, я приглашаю вас в свое путешествие. Сейчас я позвоню. Волшебный колокольчик, который у меня есть. Вот он! Спрятал, спрятаться от меня хотел. Ребята, я сейчас позвоню в волшебный колокольчик и скажу волшебные слова. Но вы должны мне помочь. Вставайте возле стульчика, ребята. Когда я скажу волшебные слова, кружись, 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 волшебство свершись, вы должны повернуться вокруг себя. Хорошо? Хорошо. Ну, давайте. Кружись, 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 волшебство свершись. Красные детки, но не мак, в огороде не бурак. Сочный лакомый сеньор – это вкусный помидор! Скакал! Помидор! Помидор, молодцы! Помогали тебе! Молодцы! Начнем следующую загадку. Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. Оранжевая на цвет, а коса-то как будто. Следующий. Хоть чернил он не видал, фиолетовым вдруг стал. Любит его и Ваня, и Жан. Так ведь это... Кулачок, красный бачок. Потрогаешь гладко, откусишь сладко. Это я! Следующая загадка. Зеленая толстуха надела уйму юбок. Стоит как балерина из листьев полерина. Золотистый и полезный, витамины, хоть и резкий, горький на вкус имеет он, обжигает. Это молодцы, погодные заказчики, ребята, ну фрукты и овощи вы знаете, а на вкус вы сможете отгадать их? Тогда проверим. Мне нужно сейчас 5 человек. Да, деток? Давай, Мила, выходи. Открывай. Что это, Максим?
Танцуют, стихи рассказывают.
А как они такой танец сейчас там станцуют? Ты просто будешь радоваться и танцевать вместе с ними. Я с удовольствием посмотрю, как вы танцуете танец.
нет, неправильно. Неправильно. Я в гостях.